Сегодня в Красноярске прошел торжественный грандиозный развод полиции, посвященный Дню сотрудников органов внутренних дел, который отмечается завтра, 10 ноября. На площади у БКЗ собрались представители всех подразделений. Дорожная и патрульно-постовая службы, кинологи, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних. Впервые в этом году в строю были и народные дружинники. Стражи порядка провели показательные задержания, приняли поздравления от руководства ведомства, а отличников службы наградили грамотами. Завершился смотр парадом, после которого сотрудники полиции отправились на свои посты. Хотел бы поблагодарить весь Красноярский гарнизон, который насчитывает свыше 16 тысяч человек по Красноярскому краю, нашему большому краю, за ту работу, которую они в течение года выполнили, несли службу в самых тяжелых условиях, не только на территории края, но и на территории Российской Федерации, в том числе и на территории Чеченской Республики.